всім, сьогодні наш тренер Наталія Михальченко зі своєю командою покажуть вам вправи, які можна виконувати в будь-якому місці та в будь-який час. Сьогодні ми поработаємо над мишцями ног і пресом. Для начала розогріємося. Ножки на ширині плечей. Вдох, видох. Тянемося за руками, макушку тянемо вверх, плечі тянемо в пол. Видох. Задержали вверх, руки в замок, потянулись, вивернули замок, максимально вверх плечи, опускаємо в пол. На видохі наклон, на вдохі возвращаємо. Видох, вдох. Лопатки сводим, тянемо вниз. Замок у нас над головой. Задержали в одну сторону, вдох, на выдохе в другую сторону. Возвращаем, расцепили замок и начинаем вводить корпус вниз, на выдох. На выдох и тянемся вниз, выдох, выдох, выдох. Задержали, максимально увели руки в пол и начинаем приседания. Вдох, выдох. Ягодицы уводим до параллели с полом. Колени не выводим за носки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Задержали. Ягодицы параллельно полу, живот втянули. Удерживаем, выравниваем ножки и расслабились. Ножки шире, носки смотрят вперед. И на выдохе начинаем уводить вниз, стараемся уводить уже локти. На выдохе. Плечи тянем к копчику, шея раскрыта, на выдохе, задержали, хорошо, две ручки тянем к правой ножке, на выдохе, выдох, голова уходит к колену, на выдохе, задержали, вдох и на выдохе переносим, тянемся к левой ноге, на выдохе, выдох, выдох, задержали. Хорошо. Руки на полу. И еще шире уводим ноги. Теперь стараемся локтями уходить в полу. На выдохе. Ягодицы тянутся назад. Живот втягиваем. Спинку стараемся удерживать ровную. Задержали. Руки ровные. И на выдохе начинаем уводить легкие выпады на правую, на левую ногу. Вдох, выдох. Задержали одна нога. Вдох и на выдохе другая нога. Переносим весь тело на ножку правую. И начинаем покачивание. Обе пятки у нас стоят на полу. Носочек левой ножки смотрит у нас вверх. На выдохе тянемся все ниже и ниже. Выдох, выдох, выдох. Задерживаем. Разворачиваемся боком. У нас правое колено над правой пяточкой. И начинаем покачивание. Легкие. Задняя нога у нас ровная. Пяточка левой толкаем в пол, макушкой вперед. Руки оставляем на полу. И на выдохе тянемся вверх, выравниваем обе ножки. Вдох вниз. Выдох вверх, вдох вниз. Пятка левая у нас тянется при выдохе. Вверх поднимаясь, мы тянемся пяткой в пол. Выдох. Левая пятка тянется в пол. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И с каждым выдохом мы стараемся ногу выравнивать все больше и больше. Потянулись вверх. Выровняли правую ножку. Левая пятка ушла в пол. Левая пятка в пол. Хорошо. Возвращаемся. И легкие покачивания. Теперь левым коленом касаемся слегка пола и выравниваем. И выравниваем. Живот втягиваем. Хорошо, задержали колено над полом без касания. Выровняли и разворачиваемся вперед. Обе пяточки на полу. Выравниваем обе ножки, посерединке потянулись. И переносим вес тела на левую ногу. На выдохе. Уносим вес тела все ниже и ниже. Обе пятки на полу. Носочек правой ножки смотрит вверх. На выдохе тянемся. Разворачиваемся боком. Оба носка смотрят у нас вперед. И на выдохе тянемся. Левое колено, левая пятка. Друг на дружке.
задняя нога у нас ровная в колени. Руки оставляем на полу, вверх выдох, вниз вдох. Правая пятка при этом при выдохе уходит в пол. Вдох, выдох, вдох, выдох. Плечи убираем от шеи, шея раскрыта. Выдох, потянулись вверх, выровняли ножку и правую пятку максимально увели в пол. Возвращаемся. И теперь ножка задняя, правая, касается слегка колена, выравниваем. Коснулась, выровнялась, коснулась, выровнялась. Задержали над полом без касания. Возвращаемся и разворачиваемся вперед. На выдох. И выравниваем обе ножки, носочки разворачиваем вперед и тянемся. Хорошо. И теперь круг в одну сторону, выдох, круг в другую, вдох, выдох, вдох, выдох. И последний круг. Ножки аккуратненько поднимаемся вверх. Руки у нас параллельно полу. Упражнение можно выполнять в воде. Отрываем ножку и разворачиваем. Максимально уводим в сторону. Вдох и на выдох. Продолжаем выполнять. Руки у нас параллельно полу. Плечи опустили. И лопатки сводим. Живот все время в тонусе. Разворачиваем максимально. Меняем ножку. Опять опускаем. Все время контролируем плечи свои. И разворачиваем ножку. Максимально уводим в сторону. Плечи все время тянем в пол, шею вытягиваем. Помним, все время контролируем свой животик. У нас в тонусе. Колено вперед, колено в сторону. Колено вперед, колено в сторону. Выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Обязательно касание носочком пола. Продолжаем. Руки удерживаем все время параллельно, плечи опускаем в сторону, вперед, в сторону. Еще один раз. И поменяли. Левая нога, выдох, вдох, выдох. Круглый год можете оставаться в форме, независимо, дома вы или на море, или в душе. Хорошо, молодцы, расслабились. И переходим на коврик. Ножки у нас на пяточках. И ручки в замочек. И мы начинаем скользить. Ножки уводим в стороны. И возвращаемся. То есть это можно выполнять на песочке. Раскрылись, собрались. Раскрылись, собрались. Выдох. Вдох, на выдохе собираемся. Вдох, на выдохе. Ручки поставили назад, пальцами вперед. И будем рисовать закат солнца. Разворачиваем ножки на бок, плечи смотрят вперед. Мы отрываем ножки, вдох и на выдохе рисуем полкруга. Вдох и на выдохе. Можно слегка покачивание на ручках. Полкруга рисуем как закат солнышка или как восход солнышка. И еще раз. Хорошо, разворачиваемся, ложимся на коврик, потянулись, расслабились. Ножки широко, ручки в сторонку. Левая нога прокидываем за правую. Руки через сторону. Заводим за голову в замочек. И замочек вывернули. И тянемся двумя руками в правую сторону. У нас идет полное вытяжение боковой поверхности левой стороны. Возвращаем. В
Возвращаем левую ножку в сторону, запрокидываем правую и ровными ручками уходим полностью в левую сторонку. Обе ножки у нас ровные, вытягивается боковая поверхность. Хорошо, возвращаемся. Ручки уводим в стороны, ладошками вниз. Правая нога посерединке, левую на правую. И начинаем уводить то в одну сторонку, то в другую сторонку. Руки оставляем на полу, стараемся плечи и лопатки оставлять на полу. Разворачиваем максимально, насколько возможно. Вдох, на выдохе уводим вниз. Вверх, вдох, на выдохе уводим. Теперь развернули, задержали, максимально увели в сторону. Вдох, на выдохе в другую сторону. Возвращаем. Опустили. Теперь левая пяточка посерединке. У нас правая нога у нас сверху. И начинаем точно так же покачивающими движениями вводить то в правую, то в левую сторону. Вверх, вдох, выдох, вводим вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще. Задерживаем в одну сторону. Вдох и на выдохе в другую сторону. Возвращаем, опустили. Ножки на ширине таза. Руки заводим за голову. Тоже у нас на ширине плечей. Ладошка смотрит на ладошку. Мы тянемся. Правая рука, левая нога над самим полом. Вытяжение. Тянемся, 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 тянемся. Расслабились, опустили. Левая рука, правая нога. Тянемся, вытягиваемся. Расслабились. Еще потянулись, вытянулись. Максимально тянемся, вытягиваем носочек, расслабились. Еще тянемся, вытягиваемся, расслабились. И последний раз вытянулись, задержали, опустили и поменяли. Другая рука с ножкой, вытянулись, опустили, расслабились. Руки смотрим, руки в сторонку, ладошками вверх. Ножки полностью расслабляем, уводим носочки в сторону, звездочки. Закрываем глазки и расслабляемся, дышим. 4 счет вдох, 4 счет выдох. 4 счет вдох, 4 счет выдох. Возвращаемся, открываем глазки. На сегодня все. Молодцы! Тож, як ви вже зрозуміли, ці вправи ви зможете повторити як на свіжому повітрі, так і в приміщенні. Надеюсь, наши упражнения помогут вам всегда оставаться в хорошем настроении и в отличной форме.